вас. Ви дивитесь програму «Люди нашого міста». Сьогодні гостем програми буде Сергій Маковицький, адвокат. Вітаю вас. Вітаю. Ви знаєте, ми пересічні громадяни взагалі, а що котрі не зустрічалися в житті, слава Богу, з адвокатами, ну, слава Богу, може, не слава Богу, я так сказала. У нас таке, знаєте, враження про адвокатів, це з американських фільмів, знаєте, це дуже такі успішні люди, гарно вдягнені, займаються спортом, ну і взагалі безпринципні. А на ваш погляд, це дійсно так? Чи все-таки адвокати – це трохи інші люди? Наверно, адвокати бувають різними, прежде всего. Чим більше представитель нашої професії відповідає тому стереотипу, про який ви говорили, тим, наверно, полезнее і для самого адвоката, і для самої професії. Я вже не знаю в части безпринципності, об этом ми поговоримо ниже, чому бытує таке мнение. И как адвокаты справляются и находят разумный баланс между профессиональными целями и морально-нравственными аспектами. Что же касается успешности или внешних форм, как должен выглядеть адвокат, ну, безусловно, наверное, встречают по одежке. В нашей профессии, которая относится к числу консервативных, действительно, существуют неписанные правила в отношении внешнего вида адвокатов. Я не говорю, что я эталон, но как минимум не хуже адвокат должен стараться выглядеть. Это уважение к самому себе и клиенту, который приходит, и к судье, и участникам процесса, когда адвокат на работе представляет в суде и так далее. Безусловно, форма не должна подменять содержание. Лишь дела адвоката могут говорить в дальнейшем о нем. И очковтирательством, вот, лишь одним внешним видом так. И формой подачи, долго не просуществуешь в нашей профессии. А ведь она дает возможность работать до глубоких седин, если адвокат по призванию. Пожалуй, как раз напротив, дальнейший успех адвокатов, он зависит от индекса его узнаваемости, от количества клиентов, которые к нему обращаются. Это напрямую связано с его репутацией и с сарафанным радио. Поскольку вообще считается не камильфо давать прямую рекламу адвокатских услуг, то наилучшей рекламой представляется то самое сарафанное радио. А рекомендовать могут только, если клиент доволен твоей работой. Це задоволені клієнти можуть дати рекомендацію. А взагалі, скажіть, будь ласка, адвокатам дуже часто, ну, взагалі, це вам, ну, вимушені робити роботу слідчих, ну, коли йде якийсь процес? Современний уголовний процес, він так називаємо диспозитивний. Если следователь с прокурором, вместе они образуют сторону обвинения, считают, что собранных ими доказательств достаточно для того, чтобы отстоять свою позицию в суде, их право передать дело в суд по обвинению того или иного человека в том виде, в котором оно есть. В суде, по идее, разбирательство начинается с чистого листа. Судья лишь арбитр. Сторона защиты уравнивается в правах со стороной обвинения. Ну, по идее. Хотела сказать, по идее. Так. По закону, по духу закона. Так, мы к этому идем, к этому стремимся. И адвокат, безусловно, не должен делать работу за следователя, за прокурора. Он должен лишь обратить внимание объективного, компетентного, беспристрастного суда, что тяжесть собранных доказательств не превалирует над аргументами защиты. Более того, почему адвокат никогда не будет делать работу следователя и прокурора, каков бы ни был процессуальный закон? Это противоречит самой сути защиты по уголовному делу и, наверное, самой сути профессии адвоката. Адвокат не призван устанавливать истину. Адвокат обязан
осветить лишь те обстоятельства и аргументы, которые либо исключают виновность и ответственность подзащитного, либо, насколько возможно, смягчают его ответственность, облегчают его участь. В этой связи, кстати, это здорово помогает, когда ведешь внутренний, иногда сложный диалог с самим собой. Правое ли дело ты делаешь? Достоин ли этот человек защиты? Не будешь ли ты испытывать моральных терзаний, если по твоему убеждению человек, возможно, виновен в совершении преступления? А скажите, будь ласка, вы были колись державным адвокатом? Такого понятия нет и не было даже в Советском Союзе. Так? Речь шла о том, что государство по той или иной процедуре выделяет адвоката за государственные средства тому, хто не може себе дозволити. Ви знаєте, я чому це кажу? Тому що може адвокат відмовитися від справи? Якщо адвокат прийняв рішення, либо назначен центром оказання безплатної правової допомоги, ну, опять же говорю, он не государственный адвокат, адвокат, он адвокат, точка. То ли он сам принимает поручения на коммерческих началах осуществлять представительство или защиту лица, или по другой процедуре его выделяют, он не перестает, не должен переставать быть адвокатом и преследовать те цели и задачи, которые свойственны именно адвокату, кто бы ни оплачивал его работу. Угу. Государство заинтересовано в обеспечении правосудия. Правосудие в широком смысле, оно в том числе состоит в том, чтобы адвокат всеми способами законными, с применением всех знаний и опыта противостоял государственной же машине. Он единственный, кто им оппонирует. И если государство оплачивает его работу, ни в коем образом государство не может вмешиваться в работу адвоката. Оно должно приветствовать, если адвокат победил государство в том процессе, в котором государство платило его услуги. Адвокат по назначению, ему сложнее избежать принятия поручения. В этом смысле более осознанный выбор делает адвокат, который заключает договор об оказании правовой помощи на платной основе. Второй вопрос. Он может позволить себе иногда вести дела бесплатно. Это его проблемы. Так. Он сам принимает это решение. Но оценивая перспективу дела, чем ты можешь быть полезен этому человеку, компетентен ли ты в данной категории дел, не пострадает ли этот человек, его судьба, не пострадает ли твоя профессиональная репутация, и целый ряд других факторов взвешиваешь. Угу. Но принимая поручение, по общему правилу адвокат уже в дальнейшем не может отказаться от защиты этого клиента, если мы говорим о защите по уголовным делам. Действующий закон предусмотрел несколько случаев, когда адвокат может инициировать расторжение договора об оказании правовой помощи. Но будем считать, что по умолчанию адвокат не откажется, во всяком случае, потому что он в ходе защиты по делу для себя прояснил обстоятельства, которые препятствуют его морально-этическим установкам. Угу. Или, например, я так понимаю, вы к этому клоните, если адвокат, принимая поручение, думал, что будет защищать невиновного, в ходе исполнения поручения согласился, что вес собранных доказательств указывает, что это лицо причастно к совершению преступления. Может ли в этом смысле, в этом случае он отказаться? В этом случае не может. Не может. И обязан сделать все с применением предоставленных законом возможностей, своего опыта, навыков, творчества, чтобы выполнить задачи адвокатуры. Хватает органов, которые призваны человека обвинить. Так. Адвокат один им противостоит. Не его задача вскрыть все обстоятельства по делу. Его задача вскрыть лишь реабилитирующее лицо обстоятельства. Это очень помогает в том самом трудном внутреннем диалоге с самим собой. Праведно ли ты поступаешь? Скажите, будь ласка, Сергею, вы помните свою первую справу? Ну, необходимо отметить, что юристом я работаю давненько, после окончания вуза. Адвокатом стал чуть позже. В 2006 году я стал адвокатом.
И не сразу стал заниматься уголовными делами. Для этого необходимо было приобрести какой-то вес, как-то субъективно почувствовать себя готовым к тому, чтобы это выдерживать. Поэтому первые значительное количество лет все-таки моя работа была сосредоточена прямым сопровождением хозяйственной деятельности. Я работал начальником юридических отделов, делов на производствах. Поэтому выделить первое, второе, это поток дел. Чем больше их у молодого специалиста, тем лучше. Ну, это был целый ряд текущих каких-то хозяйственных, гражданских дел. Вот. Сейчас выделить какое-то яркое, судебное дело очень сложно. В период, когда моя специализация потихонечку сместилась к уголовным делам, последние лет 8 лично я осуществляю защиту, ну, почти только по уголовным делам. Здесь можно вспоминать какие-то интересные процессы, резонансные процессы. Вот. Ну, моя деятельность на этом не ограничивается. Слава богу, у меня есть возможность поддерживать свои профессиональные способности и компетенцию в разных сферах права, потому что я партнер юридической фирмы, мне приходится координировать деятельность моих коллег, адвокатов, юристов, которые принимают поручения по разным делам в разных сферах права. Поэтому где-то поддерживаю и там свою эрудицию, чтобы... А скажите, будь ласка, а що таке гарний адвокат? То що складається розуміння? Що він, коли рекомендують, кажуть, він гарний адвокат. Можете сказати одною фразою, одним словом. Необхідно розуміти, хто дає таку оцінку. Ну, я, наприклад, клієнти. Знаю. Я, от ви скажете, як ви думаєте, а я скажу, як я думаю. Важно, кто дает оценку или перед кем ты хочешь выглядеть хорошим. Если в этой профессии, то, наверное, здоровая порция тщеславия – это не грех. Хотелось бы выглядеть хорошим в глазах всех, если это получается. Важно, кто оценивает. Клиенты, ну, здесь действительно должны говорить результаты. Не всегда результат зависит от адвоката, часто в меньшей степени, но адекватный, здравомыслящий клиент, на которого еще должно повести, он всегда поймет, что пусть результат не на 100%, например, достигнут, как хотелось бы клиенту, но его адвокат предпринял все и даже больше, клиент высоко оценит твою работу и будет рекомендовать дальше. Рекомендовать он может только хорошего, по его мнению, адвоката. Второй аспект, как коллеги тебя позиционируют, как сильного потенциального оппонента, вот, если окажешься по разные стороны баррикад, или как желанного процессуального оппонента. Вот, поэтому... Желанным краще не бути, да, так? В среде коллег понятие «хорошие», вот эта категория реже используется. Вот, действительно, тот, кто заслуживает опасения потенциального и уважения, или кто в меньшей степени его заслуживает. Ну и, наконец, как адвокат сам себя позиционирует. Вот. Есть еще пресловутая раскрученность, пиар. Вот, узнаваемо. Це коли йде якийсь процес, дуже багато камер, дуже багато пишуть, і люди, які задіяні в цьому процесі, вони стають відомими. Конечно, да. Это напрямую связано с... І взагалі, що коли ти от в такому процесі, дуже хочеться виграти. Да, конечно. Или, по крайней мере, извлечь максимум, вовремя подать себя. Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що, можливо, неправильно сказала, виграти. А я, знаєте, я колись наблюдала за одним процесом, спостерігала за одним процесом. І, ну, скажімо так, цей адвокат програв. Але що було, відмітили журналісти, що як він працював. То, ну, він програв не тому, що там щось було, ну, ви мене розумієте, але як він працював. Ну, це була, знаєте, це була така зірка, так? Це був такий приклад адвокатури. А я хочу вам сказати, що для мене адвокат, це, ну, гарний, так, адвокат, як я собі розумію. Це не той адвокат, який лише виграє справи, а для мене гарний адвокат – це адвокат, який іде до кінця.
незважаючи ні на що. Да, это тоже важно. Упорство – это важно. При этом тому иногда, что, вы знаете, что, мало да. быть хорошим адвокатом для того, чтобы чувствовать себя состоявшимся в этой профессии или для того, чтобы это тебя кормило. Мы возвращаемся к самому первому вопросу в нашей беседе. Насколько наш адвокат соответствует киношному, американскому образу. Вот, насколько это обеспеченные люди. Я скажу, что, наверное, нужно быть очень неудачливым или некомпетентным, чтобы в нашей профессии голодать. Как минимум, профессионал не должен голодать. Любой профессионал, я считаю, должен иметь возможность обеспечить свою семью. И лише таки про митців кажуть, що там художник, гарний актор, митці, вони всі повинні бути голодними, щоб творити. Я розумію, не очень креативист, голодний желудок, у нас тоже профессия творческая. При этом нужно помнить, что адвокатская деятельность, она не предпринимательская. Я вам ще хочу сказати, що у вас дуже небезпечна робота. Ви ведете кримінальні справи, це такі, ну, скажімо, дуже специфічні люди, і професія дуже небезпечна. Були такі випадки, коли вам погрожували? Положа руку на серце, поки, слава Богу, ні. Так. Тобто, теж потрібно мати удачу. В даному випадку це мало від тебе залежить, щоб... и достичь профессиональных целей, и так умудриться проскочить между капель дождя, чтобы меж крапельками, да, максимально все остались, ну, если уж недовольны. Это уже талант. Талант. То, по крайней мере, не считали тебя виновником или корнем всех бед. Удача, она не помешает в любом аспекте. И с точки зрения заработка, и с точки зрения узнаваемости, позиционирования, хороший ты адвокат или нет. И с точки зрения физической безопасности. Но удача – философская категория. Наверное, если вспомнить, как определял удачу философ Сенека, он отмечал, что удача – это не что иное, как когда талант встречает возможность. Поэтому хочется верить, что зависит все не только от того, как станут звезды, но и от ежедневной кропотливой работы, и от того, предназначен ли ты для этой профессии, то есть обладаешь ли ты соответствующим талантом. Вот, до речи, у меня такое запитание. Вы бачите, в профессию приходят молодые адвокаты, так? Вы бачите, чем они відрізняються, чего в них не вистачає? Вот, ну, вы же спостерігаєте, как приходят на процессах, можливо, приходят до вас влаштовуватися на работу, и вы спостерігаєте, вы же теж чимось ваше покоління відрізняється від тих адвокатів, коли були раніше. Чого сьогодні не достає молодим адвокатам? Не стану критикувати, тим більше, що в мене немає оснований. Я считаю, что прекрасно у нас молодежь, одухотворенные специалисты, разные бывают. Это и в мое время, и в более отдаленные времена такое было, что есть случайные люди, приходящие в профессию, есть те, кто приходит по убеждению. Если работать, не покладая рук, и понимать, что ты готовишь себя к профессии своеобразной, специфической, гуманитарной, если хотите, зашибать, извините за выражение, деньги сходу здесь не получится, нужно идти в бизнес. В этой профессии нужно состояться. И тогда они заставят себя ждать и заработок, но он не должен быть превалирующий. Это должно быть само собой разумеющееся. Но в главу угла нужно ставить совершенно другие вещи. Нам везло с теми молодыми специалистами, которых наша фирма приглашала к сотрудничеству, и везет до сих пор. Вот мы всегда с удовольствием талантливую молодежь приглашаем, и симбиоз опыта, когда они работают плечом к плечу с опытными адвокатами в относительном возрасте, например, как я, вот, то это дает свои всходы. Поэтому я грешить не могу. Действительно, можно в потоке выпускников. Сьогодні можна сказати, що у держави є адвокатура,
взагалі в Одесі є адвокатура, люди, які спроможні вирішувати серйозні питання. Безусловно. В Одесі дуже сильна адвокатура, дуже сильні традиції. Вони навіть раніше були в общесоюзному масштабі замітні. Ці традиції підтримують корифеї нашої адвокатури. У нас прекрасні представители професії, признані далеко за пределами нашої країни, во главі органів адвокатського самоуправління регіону. Поэтому я спокоен за будущее адвокатуры в Одессе, в частности. В стране в целом здесь многое будет зависеть от векторов развития нашего государства. Если государство искренне захочет стать цивилизованным, правовым, то без института сильной и независимой адвокатуры это невозможно. Потому что без нее не будет настоящего правосудия. Будет всегда обвинительный уклон, какие-то ценности базовые, защита права собственности, какие-то естественные права человека не смогут никогда защищаться одними лишь судами и, извините, одной лишь стороной обвинения правоохранительными органами. Если не будет оппонента интеллигентного, грамотного, зубастого, уважаемого и защищаемого государством, невозможно будет говорить о защите прав и интересов отдельного гражданина, а значит, будет страдать все общество и все государство. Поэтому другого пути у нас просто нет, как продолжать обеспечивать и усиливать гарантии адвокатской деятельности. И де-факто, и де-юре так должно относиться к адвокатам, общество и государство. Дальше все зависит от нас, адвокатов. Вот, какой масштаб личности этого адвоката? Действительно ли он достоин носить это высокое звание? Ну, пока тьфу-тьфу. И, в принципе, в будущее я смотрю с оптимизмом в плане того, из какого теста сделаны наши коллеги. Мяч на половине поля государства для того, чтобы мы приблизились к тому, как это описано в Конституции. Ну, вот надо признать, не все так плохо. Вы знаете, в самом деле закон часто работает, и справедливости можно добиться. Не скрою, давно находясь в этой профессии, я сталкивался с разными методами решения проблем. И то, о чем повсеместно говорят, о каких-то явлениях, от которых нужно избавляться, все это присутствует, но оно не возведено в абсолют. И я не хочу показаться симпатиком каких-то политических сил ни в коем случае. Я оцениваю по вот, сухом остатке отдача, которая чувствуется в нашей работе. Сегодня все чаще можно без применения неправовых, скажем мягко, методов, добиться правды и отстоять интересы обиженного или несправедливо обвиненного в наших отечественных судах. Во многом способствует то, что в минимальной степени сохраняется круговая порука в правоохранительных органах. Значительное обновление произошло, все-таки персональное. Может быть, вновь прибывшие не научились еще работать теми негодными методами. Да и судьям надо дать должное. Их сегодня немножко деморализовали. Судья не занимает то место, которое должен занимать. Я говорю, адвокаты должны ценить, судью должны ценить в не меньшей степени, чтобы он был уважаем сам собою. Вот. Только после этого он может быть объективным, беспристрастным, честным. Сегодня серьезные нападки на судебную систему, попытки подчинить ее. Но надо дать должное, по-прежнему в этой системе остаются чесні, принципіальні, порядочні судді. І це ми повинні це теж розуміти. Да. Сергію, наша програма добігла кінця. Я дякую, що ви прийшли к нам в програму. І, знаєте,
відкрили таку завісу, так, адвоката з іншого боку, з якого ну, ваш, люди, які до вас звертаються, можливо, і не бачать. Тому ще раз вам дякую, я бажаю вам успіхів, спасибо. Я бажаю, щоб ви не лише вигравали всі справи, але і йшли до кінця. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостем програми «Люди нашого міста» був адвокат Сергій Маковецький. Дякую, що цей час провели разом з нами. До побачення.